Готовимся к весенне-летнему дачному сезону. 13 февраля высадил семена на рассаду помидор. Сегодня у нас 18 февраля. Пробиваются первые росточки, первые побеги. Прореживаю их, удаляю лишнее. Вот они пока не очень активно, но первые вчера начали появляться. Так что процесс пошел. Будем наблюдать. Видите, что в некоторых баночках только-только проклевывается. В некоторых почему-то она тут есть завяла. В некоторых пришлось пересеять. Вот она, так вот она растет, рассада, где-то покрупнее, где-то помельче. Вот она растет, вот здесь почему-то завял. Приходится ее прореживать, потому что взошло где-то ничего не зашло, где-то взошло много. Поэтому прореживаю, оставляю 2-3, потом оставлю даже того меньше. Где-то по 2. 14 марта. Вот наша рассада на окошке. Здесь она погуще, повыше. Солнце здесь больше бывает после обеда. Ну, где-то проросла, где-то не проросла. Так вот в некоторых и не прорастает даже повторного пересева. Ну, неоднородная. Где-то выше, где-то ниже, где-то гуще. Вот, и тут нельзя сказать, что все растет. Чем это обусловлено, не знаю. Почва одна и та же. Но семена разные. Семена есть, которые приобретенные. Но это вот в основном где-то вот сюда начиная. Это семена, которые из плодов, выращенных на своей грядке. Видим так. Но здесь вот мало света. Сюда солнце практически, вот в этот угол солнце практически не попадает. Надо менять. На другом окне сейчас посмотрим. Там у меня перец растет острый. И тут еще тоже помидоры, которые не вместились на этом окне. Утром солнышко. После обеда здесь солнышко не бывает. Вот они растут тоже. Ну, я меняю. Сюда заношу с того окна некоторые, которые слабо растут. Здесь вот у нас перец, крайний перец, вот этот перец. Перец тоже из своих семян. Это вот помидорчики. 20 марта. Это обзор
восточного окна. Вот это вот перец острый. Перец острый. 4 баночки. Это помидорчики. Перехожу на другое. Вот тоже здесь 20 марта. Такие вот помидорчики у нас растут, рассада. Сейчас перейдем на западное окно. Вот западное окно. Западное, опять же, 20 марта. Здесь еще солнца не было. Ведь уже какая рассада. Есть разные, есть стволы такие крепенькие, хорошие. А есть худенькие. Есть. В этом углу солнца бывает больше. Здесь тоже солнцем не обделены, но поздно взошли. Поздно взошли. Вот. Это все вот в основном из своих семян. Я их даже по сортам не пишу, но те, которые знаю, что точно Санька, волгоградские. А то пишу, допустим, были микада розовая, бычье сердце было розовое. Я их пишу просто розовые или желтые. Был лимонник желтый, микада желтая была. Вот они сходят, подошли, растут. Я пишу желтые. Были красные помидоры. Крупные. Что там было красное? Я уже не помню. Я просто подписал. Красные помидоры. И вот, значит, красные помидоры. И какой там сорт? Мне, честно, откровенно, не важно. Главное, чтобы помидора была качественная. Вот этот угол, это все желтые. Здесь середина, это красные. Вот и дальше красные. Все вот этот красный. Вот здесь вот в конце из вот таких вот, вот в таких стаканчиках маленьких, тут где-то за десяток корни как тут уже разрослись. Это европейский, я его назвал. Там семена остались с какого-то гибрида европейского. Честно, откровенно, он меня не впечатлил. Ягода была не крупная, и кусты такие мелковатые. И на кусте было, ну, до десятка ягод. Посмотрим, что будет в этом году. Посмотрим. Ну, вот на 20 марта такой подоконник. Такой у нас вот подоконник.